Погнали. Что такое? Да я смотрю на глобус, он такой-то замалеванный синим цветом, то есть где затоплено, не обратил внимания? А, да, не, я сейчас пойду посмотрю. Я его поставила просто так для красоты. Сейчас посмотрю. Там в книжке приколы всякие. Ну-ка, а, да, слышать. Все затоплено. Арктика только живая. Господи, что с тобой? Чего он всегда это ходит как? Сидит тоже как-то. Попьем чаю? Нельзя стилизировать персонажа? Ну, в плане ему хотя бы шмотка стилизировать. Я не говорю про внешность, а именно шмотку. Да. Хотя бы просто цвет менять, блин, потому что, ну, допустим, играет там, не знаю, можно ли вчетвером играть? Если вчетвером играет, как? Типа ник читать постоянно, если они это нахуй. Если они читать не умеют. А ты читал, что в книжке нарисовано, смотрел? Да. Блин, батарейка подолгу отлично. Сожрал мою картошку. Потата. Потата. Моя потата. Моя капуста. Знаешь, в чем прикол? Чё? У меня больше всего синие краски, так что придется делать все синее. Синее, да. О, еще один остров. Ого, нифига, мы несемся. Вот это да, вот это скорость. Я даже поймать не могу то, что сбоку, я даже. И насрать. Как бы не страшно. Но это же ресурсы. Невелика потеря. Можно не пересосить, так что нет.
Вроде мы чучело не сажали. Видимо, они туда все-таки реже залетают. Да. Может, там просто в дырку реально в ту залетела эта тварь. О, там какой-то крутой остров. Где? Это что, самолет? Сверху. О, поворачивай! Там самолет! Вижу, вижу. Налево. Ну-ка, пойду это разложу биотопливо. Надо, наверное, дождаться, когда она почти полностью иссякнет. А то биотопливо тратится все, а иссякло наполовину только. А одной хватает? Да, на фул заряжается. Ага, ясно. Так что, походу, надо ждать. Поэтому, если там, ну, типа, чуть-чуть использовалось, то, наверное, лучше деревяшки класть. Да, ладно. Подожду. Да я сейчас заполню, ты туда накидала уже, да, немного? Да я там две деревяшки кинула, а в одну кинула биотоп. Да я просто, чтобы они одновременно заглохли. Я поняла. Кинь якорь. Сейчас, подожди, поближе. Ладно. Жду тебя. Так, кидаю якорь. Выключаю движки. Не крыло, а дверь. А, дверь. Точно. Выглядит как крыло. Может, тут шапку я найду новую? А, вижу шапку! Уродливая. Максимально уродливая шапка. Ну-ка. Ну фу, не, я в такой гонять не буду, извините. Топор сломался, сейчас. Фу, она, кстати, прям один в один, как кожаный покажи. Шлем. Пилотка. Фу, уродство. Это точнее шлемофон. Говнофон. Да не, прикольно. Уж лучше, блин, в свиноте ходить. Не, я хочу ту капитанскую шляпу. У тебя есть топор? Кстати, я ковбойский тут интересно. Да, топор есть. Надо что-то порубить. Ну, деревья поруби. Ну или забей. Вон, поплыли тогда. А можно забить? Да, забей. Сейчас я еще посмотрю на предмет цветков. Я их собрал. Ты все собрал, да? А на дне что есть? Ого. Куда ты цветки складываешь? А, они у тебя... У меня сами цветки в маленькой тумбочке возле, да, красок. А семена у меня там на втором этаже. На втором? Да. Короче, здесь тоже ничего нет. Кроме помойки. А, все, увидел. Что-то сразу не увидел. Ну как увидел. А, погнали отсюда. Давай, снимай якорь тогда. Угу. Блин, с таким стуком стрёмным. Это мы... Офигеть. Жесть, какая скорость. Ну а чё?
А где стрижательный прибор? Чё, какой? Что такое стрижательный прибор? Которым стрижать лам. А, он поломан. Ладно. Плывем прямо на маленький остров какой-то. На пицце было бы отлично. Отлично, там цветочек вижу. Или не цветочек. Мы несемся. Может даже якорь не пускать, я успею. Точно? Да. Собрать. Ты что тоже тут делаешь? Что плод без нас уедет? Ты цветочек последний забыла. Висание такие будут. Да, у меня тоже зависло. Но он, скорее всего, сохранил. Это, сюда я уплываю, Ксюш. Все, я иду. Интересно, кто быстрее, твой плод или я? Ты быстрее. Еще меня кусят за жопу, наверное. Не, никто не плывет. Давай, еще чуть-чуть. Я говорю, кусь. Успели куснуть, да? Да. Так, мы... Ага, все, приплываем. Снова. Пока плывем, стрелы есть, лук есть.
дурит. Угу. Да мне кажется, к нему по-другому не добраться. Только с мотором. Наверное. Наверное, да. Че, типа, зря нам мотор, что ли, дали? Сейчас мази сделаю. Большие? Угу. Ты хоть раз пользовала мазь? Она, в общем, юзается не мгновенно, а вот именно ну, через кружочек заполнения. Я помню. Как ты ее юзал? Сейчас мы через другой вход зайдем. Только три мази получилось. Так, потому что больше 600. Надо туда. Конечно, мы здесь не пролезем, но... Все. Выключай моторы. Нету. Ладно. А, все, приплыли. Все, я две мази положила, вот эти вот большие там. Так что перевзаешь. Возьми себе, ладно? Угу. Большие, маленькие. А лук еще скрафтить один надо. Так, мне нужно скрафтить на тело. Тебе нужно что-то крафтить? Нет. У тебя налобный фонарь с собой? Нет. Так, сачок есть, но он здесь не нужен, точнее... Не нужен. Да не, не сачок, а этот... Топор. Mm. Я что-то про топор вспомнил. Так... Полтора лука, я думаю, хватит. Хотя лучше сделаю. Если мы будем гулять по этому острову, они же как-то там спавнятся же эти. Угу. Да.
покушаем. Мы не ночью пойдем, что ли? Или скипнем? Давай скипнем. Еще может понадобиться. Да все, больше ничего, пойдем. Ладно, пойдем. Куда здесь идти? Да, вот сюда вот прям. Прямо? Угу. Воды взял, две штуки. Да. Сначала знаешь, куда пойдем? Мы там были. Снова на рейнджерскую станцию или нет? Давай снова к четвертой пойдем. Туда, куда мы вчера не дошли, медведя того добьем. Угу. По идее, он там должен быть. Ну, не то чтобы раненый, а уже за... Спавненный. Да, за спавненный. И раненый, я думаю, раз он сюжетный. Потому что здесь ягоды, они не заспавнились сюжетные. Еще что, у меня FPS упал. Подожди. Так, все. Я здесь, но FPS все равно что-то. Вчера здесь не было такого. Да ладно. У тебя нормально все, да? Да. Нет, 45, 44. А, странно. Не знаю, даже это ничего. В этой игре. А, все. В это место такое. Может быть. Сосново 60. Все, нам сюда. Лама. Нужна тебе? Не, не надо. Ладно. Мне своих хватает. Так, к шестой, налево. А пчелы? Пчелы, да. Вот пчелы нужны. Ща. Он не заспал. Соты? И соты тоже нужны. Соты посмотрят. Все, что больше ничего нету. Угу. Ладно, пойдем дальше. Ну что, пропущенный нами кусок? Нет. Как там так в одном месте так? Так, там ничего. Диван. Да, ягоды уже собраны.
Мы пошли. Вон еще пчелы. Где? Вон. Ага, вижу. Собрал что-то есть? Да, я взяла уже. Вот еще, еще. Ладно, гоу дальше. Я вот не помню, мы вчера большого медведя встретили вот сюда, пойдя, по-моему, да. Лопату взяла? Да. Так, здесь мачете нужна. Я надеюсь, что этот медведь не заспавнится внезапно. Он будет там, то ведро стоять, пожирать. Так, нет, не сюда, значит. Иди обратно к указателю. К указателю. Что? Так, это простой медведь. Блин, промахнулся. Ладно, собирай. На. Угу. Пойдем. Ваши пожитки. Кожа нужна, так что... Да. Еще один. Да лучше стрелами. Броню не трать. Просто. Я не трачу броню, он меня не бьет даже. Ну, я имею в виду. Вот, давай. Вдруг. Вперед пошел? Да. Ща, ща, ща. Вижу. На самом деле он долго замахивается, можно спокойно ударить и сразу отбежать, потому что назад он тоже бежит. Шифт, ну, шифтится назад, влево-вправо спокойно может. Самый мразотный и сложный для меня это птица. Да, ну я научился их так, здесь осторожно. Так, вон он, медведь. Вижу, жрет. Так, подожди, отойди подальше. Отошла подальше. Возьму лук новый. Сейчас посмотрю, докуда он добежит. Ага. Не понимаю, как летят эти сраные стрелы. Его если вообще можно убить, интересно. Можно. Либо мимо него пройти. Но скорее всего нельзя мимо него убить. Я могу подозревать, что скорее всего, наверное, мимо него пройти. Не, убить можно было. Ого, нифига себе. Он еще ближе подбежал. Беги. Бежишь? Да. Давай, хилься, хилься. Он за мной? Я не знаю. А, нет, обратно побежал. Слишком близко встали. Thank you.
Мне кажется, его нельзя убить. Ну, плохо ли всего сейчас стрел. Не, раз с него кровь течет, значит можно. Ну как стрела закончится, придется идти. Получил вкладку. Ну, я не знаю. Давай попробуем пройти мимо. Ладно. Я лично в этом очень сомневаюсь. Давай, стой на месте. Сначала я. Может, надо в приседе? Думаю, не работает. Я прошел нормально. Прошел? А где ты? Направо. Так нам не сюда. А куда? Нам как раз вон туда, наверх. Ладно, пойдем. Все, стой тогда здесь. Да, я первый. Спец. Может, у меня получится с него стрелы собрать. Вряд ли. Блин. Все, стой. Все, назад убежал, да? Ну, пару стрелы собрал. Я ж испугался. Забей. Ладно, давай просто мимо пробежим. Пробежим ли? Блин, я лук возле него выронил. О, вот сюда надо. Это его пещера, что ли? О, чертеж. Блин. Чертеж мачете. Стой, 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 стой. Я лук забрал просто, и потому что когда от него побежал, я, блин, выронил все, что можно выронить. На Q нажал. Мы, короче, его пещеру облутали. А где? Что где? Где она? Как раз вот где он жрет, там прям чуть-чуть вперед пройди, куда я сказала, и... Да я уже все, пещера облутала. А, все, я понял, где ты. О, и мачете дали. Можно пойти... Прям саму мачете дали? Да, саму мачете и чертеж мачете. Можно пойти попробовать. Угу. Прорубиться. Это налево тогда сейчас. А что направо? Мы там не были. Можно я туда схожу? Там еще пещера есть. Он, походу, вот в этой вот сидел в пещере, его надо было как-то выманить. Из этой пещеры. Но мы с собой его и выманили, или нет? Нет. Мы... Нет, мы выманили ягодами вот этими, которые собирали сюжетные, блин. Ничего мы не собирали. Туда просто вот в это ведро кладешь ягоды. Ну, мы здесь были, мы круг сделали. Так что обратно. Мы мимо пробегали здесь. Хорошо, ладно, где я не помню, куда. Вот сюда, за мной иди. Блин, почему он топором не может разрубить? Лианы. Он, видимо, там как-то в пещере. Лианы, блин, в березовом лесу. Он, наверное, за лианами там сидел, мне кажется. Нет. Вот. Поэтому, когда мы там нажали, он подбежал к ним и согрелся на нас. А мы такие, о, блин, надо убить. Ну, он там и сидел, да. Просто мы нажали, и он почему-то резко сразу же выскочил. Угу. То есть, типа, секунда только прошла. Поэтому я не успел ничего сделать. А я просто... Так мы, блин, стояли и смотрели вниз на эту... На кучу. А, блин, еще один медведь. Сейчас, подожди. Ай, я думал, ты мне эти ударили, пчелы. На. Ща. На, забери все мои стрелы тогда.
Давай. Забери вот этот лук. Он чуть-чуть ему осталось, да пользуй его, ладно? Ну ладно. Бля. Чё? Да потратила воду. Да блин. Сейчас поймал. Мёд. Тебе ачивку дали, да? Ачивку? Какую? За то, что пчел собрал. А, да. Так, все, это не сюда. Будь здорова. Спасибо. Бежишь за мной? Да. Да будь здоров. Спасибо. Блин, хотелось бы его убить. Будь здорова. Спасибо. Мне кажется, нельзя. Ну, не знаю, с него кровища было. Можешь, конечно, и можно там 100 миллиардов стрел потратить. Боже, ну куда мы идем? Мачете. Ну, к тому месту, где нужно рубить мачетами. Мачете. Ой, блин. Десять медведей. Да. Давай. Ну-ка, что там? Где? Можно здесь запрыгнуть или это? Просто мне кажется, что здесь что-то есть. Тебе кажется. Есть что? Не, ничего нет. Просто оббегай. Где? Ага. Руби. Рубил. Ну? Грибочек. Все? А, нет, не все. А где моя лопата? Руби. Уа. Фотку делаешь? Фотку делал. У-у-у. Сын позор. Это вышка побольше. Да? Они, по-моему, одинаковые все. Нет, это по ощущениям побольше. Что-то там багулина какая-то. Да. Че еще багулина? Не-не, он, вот. Это не багульная, это жижа, вот эта, по которой мы прыгали. О, гаечный ключ Бруно. Mm-hmm. Записка. Чертеж бензобак. Биотопливный бак, то есть туда можно... Я, смотри, 9, 7, 9, 9 координаты. Нам, по-моему... Нам по ним, наверное, ехать. Да, нам уже добавили. Так, ты включила, да, последнее? Да. Это последнее? Точно больше нет? Должно писаться 3 из 3. А где это должно писаться, я не очень понимаю. На мониторе. Так. Где 3 из 3? На каком мониторе 3 из 3? Ну, когда включаешь...
Сейчас, где это? Где ты включил рубильник? Вот он. Вот. На прошлых мониторах, ну и в первую, и вторую, вот здесь писалось, там один из двух, два из двух. Значит, наверное, видимо, код дает третий рубильник. Ладно. Все, тогда просто обратно бежим. Нет, не буду спрыгивать. И тебе не советую. Ок. Куда? Сюда. Где? Либо через лианы обратно, либо, может быть, здесь какой-нибудь короткий путь есть. Ну, я бы так скинулась. Пойдем через лианы. Куда? Да, сюда. А там было что? Не. Распрыжку делаешь? Ага. Издалека это, конечно, выглядит не очень. Куда мы? Нам в Ranger Station, не туда. Куда? Развернись. Да, сюда, направо. Ну, тебе налево. Допрыгался. Да ты даже с маленькой этой упала и разбилась. Что, а вот здесь мы были? Медведь? У меня супер фов, я все вижу. Так он сзади был, блин, прям ровно сзади. Ну что тебе? Че, блядь, ты должна как рыба? Да. Извини, фов не 360. Ну, сколько. Все, на. Давай. Не поймал. Так тебе голова медведя, что ли, нужна? Нет, но ну, у меня просто свободно. Ух ты. Ксюша и медведь. Крюша и медведь. Степашка. Не, подожди. Хрюша, да, Хрюша и
И все. Нет, там медведь же тоже был. Медведь был? Ну, хрен знает. Так, нам сюда, Ranger Station, да, ведь это? Там была каркуша и еще псина какая-то. Давай, ты первая, давай. А может, ты меня просто подсадишь, и я... Ненавижу. Никогда не умела в играх прыгать по этому говну. Можно я? Давай. О, очиститель биотоплива снова тут лежит. Использовать молот, гаечный ключ и пила. Оба-на. Оба-на. А что, просто так снять нельзя было? Записка. Все. Еще здесь, смотри, наверху есть ящик. Все, собрал. Ну, там нет ничего. Готовый картофель, рецепты из акулы. Ужин из акулы. Ужин из акулы? Нет, какой у нас есть. Да, есть такой. Такой телевизорик. Какой он смешной. Маленький. Блин, я в тебя что ли попал? Да. Блин. Отойди. Да. Так, ну здесь тогда... А что в записке? Ну-ка, да, я прочту. Так, пойдем на корабль тогда, на корабле прочитаешь. А зачем сюда лампочка, интересно? Рождество, ну, из ниоткуда, Б, Я, К, Я. Че, лампочка? Не знаю, да. Она для красоты или... Координаты или... как бы есть. Или что-то надо. Требуется одна лампочка. Лампочка. Что значит лампочка? Ну, в плане... У нас нет же никаких лампочек, мы даже сделать их не можем. Ладно, давай записку почитай. Что я вообще тут проходила? Ой, мне так лень читать. Ничего нет. Интересно. А мы были на Бальбоа 61.90? Так мы сейчас здесь и находимся. А где координаты вот эти вот? Следующие, сейчас... следующие. Синие там, которые. А, Караван Таун? Да, Караван Таун. Ладно. Ну, короче, больше здесь ничего нет. Можно... В какой стороне наш плот? Ты не помнишь? Да, с любого места сбрасывайся и... Не, я могу сейчас вывести. Лучше... Ну, ладно. Это будет долго, наверное. Я что-то побаиваюсь прыгать, если честно. Не, не спрыгивай, потому что... Он сам! Ну все, я пошел тебя просто ждать. Нет, ты меня просто на полоте вывалил. Ну, фига себе ты какая, цаца. Но на плоте. Что не так? Жмот что? Нет. Ну вот. Ладно, отплыву весь остров тогда вокруг.
Пока будешь плыть, я тебе, если что, почитаю, чтобы тебе не скучно было. Ну, обычно мне просто воды не хватит. Хватит. Ладно. В чем проблема, просто плыть остров. Потому что мне сначала еще нужно добежать. Ох ты ж, блин, не помер. Блин, еще один медведь. Даже вперед меня добралась. Сейчас здесь пчел соберу. А пчелы, смотри, на с цветами, если они на цветы садятся, они их это съедают или они? Нет. А, то есть просто рядом должны быть. Да, просто должны быть рядом. Съедаем. Просто рядом. А, вообще, да, песок нужен, стекло делать, чтобы делать мед, чтобы делать биотопливо. Блять, все надо, короче. Грусть, печаль, тоска. Урна, блин, можно было все весла в урну скидывать. Наверное, она, типа, скидываешь туда, и она утилизируется, наверное. Попробую сделать урну. Хочу сделать урну. Там даже написано, что хлам... Бросайте в урну. А может быть, урна будет превращать все в хлам? Не знаю, не знаю. Сейчас посмотрим. Куда скинуть эти баночки? А, сейчас вспомнил, где. Минисоту туда же скину. Минисота. Допустим, скину туда, ну, твою кружку. Опа, а вот есть кнопка утилизировать. Нет, она ни во что не превращает, просто она утилизируется, и все. И пропадает навсегда. Пропадаю я. Ладно, поплыли. Куда? А, да, поплыли. Так, сначала нам нужно поплыть назад.
Так, переключаем режим вперед. Так, следующие координаты вбивать. 9799. Девять. Семь. Девять. Девять. Плывем туда, да? Биотопливный бак. Специальная емкость для биотоплива. Мы все выучили. Класс. Замечательно. Поплывем пока на этом. На парусах. Там прям по ветру. Не видишь, блядь, траву под своей жопой? Что это? Просто так.